В конце мая в Краснодаре пройдет международная выставка-конкурс «Мир, как вижу его я». Жители Кубани смогут увидеть работы художников из Сирии, Китая, Ирана и России. На выставке будут представлены и картины славянских художников. В нашем районе прошел муниципальный отборочный этап конкурса. Кто же отправится на международную выставку в Краснодар, узнали наши корреспонденты. На несколько часов малый зал городского дома культуры превратился в настоящую картинную галерею. Преподаватели славянских художественных школ и кружков выставили здесь свои работы и работы своих учеников. Лучшие из них отправятся на международную выставку в Краснодар. У меня представлено две работы. Это натюрморт с кувшином и перцы. Очень хотелось бы, чтобы, конечно, прошли, но тут очень много работ, которые действительно достойны. И очень интересные исполнители, художники. Международный конкурс «Мир, как вижу его я» проводится на базе Краснодарского центра реабилитации искусством, спортом и творчеством имени Николая Котлярова при поддержке Краевого общественного движения по защите прав и интересов инвалидов Содружества и Кубанского государственного университета. Его цель – поддержать талантливых педагогов и их учеников, дать возможность художникам заявить о себе на международном уровне. Мы хотим поддержать творческих профессий отдельно. Потому что не каждый педагог высшей школы, не каждый педагог школ искусств или там художественных школ может послать свою работу на выставку, в том числе международную. Мы проводим это в Краснодаре. В Краснодаре организатором выступает центр имени Николая Семеновича Котлярова, общественное движение «Содружество». К нему присоединилась Союз дизайнеров, университет Кубанский ГОС, где есть и факультет художественно-графический, и журналистики, и архитектурно-дизайнерский. И здесь же с нами и гильдия возрождения профессионального ремесла, ну, то бишь все профессионалы, которые могут выбрать и поощрить тех людей, которые достойны просто иметь возможность для своего дальнейшего продвижения. Конкурс является ежегодным и проводится уже 6-й раз. Славянский район в нем принимает участие 2-й год. И, как отметили члены жюри отборочного этапа конкурса, наш муниципалитет богат на талантливых художников, а преподавательский состав художественной школы – один из самых сильных в крае. Об этом свидетельствует большое число работ – 55, представленных на суд жюри. И выбрать достойных международной выставки было очень сложно. Конкуренция между педагогами-художниками серьезная. Много интересных работ, очень разные техники у всех, читается разный почерк, очень много необычных работ. Но в основном так масса вся тоже посвящена работам родному краю. Мне бы хотелось быть в числе победителей хотя бы муниципального этапа, если удастся выйти на краевой этап. Все-таки уровень выставки международный, это очень высокий, престижный уровень. Хотелось бы поучаствовать. По итогам конкурсного отбора было решено представить на международной выставке 10 работ, авторами которых стали Анна Путинцева, Наталья Рожкова, Алена Казакевич, Жанна Насаева, Елена Мурич, Наталья Иванова, Наталья Ефименко и Наталья Артюхова. Независимо от результатов конкурса, все работы будут поощрены дипломами участников выставки «Мир, как вижу его я». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».